пока не вижу. Ну, а, ну да, 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 классно. Так оно грязь снимает или дерево? Не, ну, дерево снимает с тобой пушистый. Все буду старое. А эти бумажки быстро стираются, которые насадка да, это? Да, видишь, как быстро они, они клеятся, они довольно быстро стираются. А, вот это дерево зашло сюда. Сначала было, надо было начали. Тяжело это делать или легко? Это легко делать. Понятно. Это для программиста. Как раз для программиста, понятно. Только держишь и ходишь за ней. А в этот полет... Костя, тут тоже жмелей прилетело. Это крупные животные прилетели, которые были на этот шум. Мамочки, три жмеля больших, посмотри. Я не говорю, они все прибежали, которые здесь были, все животные пришли. Павла, Костя, а жмели вообще кусаются? Я думаю, что это тоже кусается, как пчела. Нихера себе, у них просто огромный размер. Костя, они прям за тобой. Слушай, может, они на это свежее дерево они прилетели? Ну, конечно, она прям, они садятся на это дерево, Костя. Ой, Костя, сзади тебя, осторожно, чтобы кися, они прямо вот, ты знаешь, прилетели, вот, ой, какие жирные, ужас. Они прямо вот на это дерево. Прямо на это дерево, не знаешь? Ну, кто послал сюда? Куда, что там делаешь? Костя, ты заходишь с этим или нет? Так, вот, можно оставить, ну, так я ставлю. Да, вот так. Мамочки мои дорогие, кошмар. Понимаешь, они прям сели на это дерево. Вот, они прям как будто кушают его. Да, свежие. Они прям как будто питаются вот этим. Вот он прям видно. Мама. Мамочки. Они прям летают, как будто они его хотят покушать. Не было, они сразу все животные прилетели, которые были в нашем районе. Так прилетели или улетели? Прилетели, прилетели все животные. Мамочки, ужас. Страшно. Не, так нормально. Как будто вот газонокосилка работает. Интересно, а что жмелям нравится вот это вот такое нюхать, что ли? Вот я стою за окном, снимаю работничка своего. Вот здесь мы отодвинули сейчас барбекюшницу нашу. Вот поставили. Просто из-за того, что дерево покрыто таким специальным зеленым покрытием, его очень тяжело счистить. Но я сказала Косте, что не нужно. Что мы все равно сверху будем такой краской полупрозрачной покрывать. Не краской, а специальной пропиткой специальной. Кто вот работает с деревом, знают. Вот видите, какое сравнение. Вот там, где почищено, да, кусочки, где почищено, и вот этот, вот, где не почищено. Так вот это все работает. Тяжкий труд. Оно не тяжело этой штукой крутить, но это берет просто время, и надо аккуратно это делать. Все. На самом деле, конечно, вот эта вся техника сегодняшнего дня, она просто великолепная. Костя говорит, сейчас воскресенье, 9:30 он начал работать. Говорит, может, мы сейчас нарушим тишину? Я говорю, нет, 9:30 уже можно нарушить тишину. Тем более у нас здесь вокруг очень много таких людей в возрасте уже, которые, как правило, рано встают в любом случае. Поэтому я говорю, не переживай, максимум пошумишь. Оно работает, в принципе, не шумнее, чем если бы кто-то косил траву. А траву у нас здесь косят 24 часа в сутки, так что it's okay, как говорится. Вот, так что у нас идет... Это видео в серию в виде видео о Byte Improvement, то есть домашнее усовершенствование, улучшение. Вот, свой дом очень много работы, даже если вы покупаете достаточно новый дом, в котором практически ничего не нужно делать, ремонтировать, все равно очень много мейтенанса всякого, которые поддерживающих вещей, которые нужно делать, почистить здесь, подкрутить там, вот в унитазе мы покупали кучу разных запчастей, вот, так что вот так вот, ребята. Готовьтесь к труду, когда покупаете свой дом, даже к минимальному. Продолжаем. Сегодня мы, после того, как уже очистили наш дек, после того, как мы его вымыли, кстати, прошел несколько раз дождь, все это подсохло, мы начинаем покрывать его
пропиткой с краской. То есть это, ну, не краска, как это я все время забываю. На русском называлось что-то морилка. Вот здесь у нас написано... Так я не знаю, как это самое. Экспресс дек. Вот там оттенок есть у нас. В общем, вот мы красим. Сейчас давай посмотрим, что у нас получается. Вот оно с краской. Ну, будет видно лучше, когда Костя будет красить изнутри. Оно такой цвет приятный, ореховый. Нет, вишня должна была быть. Нет, вишня это темный, это как у нас стол обеденный. А это ореховый. Я покупал вишневый. Там не было нигде черри написано, не придумывай. Это было написано. Вот, такая широкая кисть, чтобы было удобно красить. Достаточно жидкая краска, ее разводить не нужно. Сейчас как-то она идет. Разводить ее не нужно, она очень-очень жидкая. Она как бы пропитывает дерево и заодно немножечко покрывает оттеночком. Таким приятным, потому что видно, что это дерево, оно никак, его не красили с тех пор, как построили этот дом. Может быть и покрывали какой-то пропиткой, но бесцветной. Вот. А вот у нашего соседа, можете посмотреть, видите, у него тоже пропитка сделана. Вот наш забор, он не пропитан, видите, а его забор, он как будто бы с краской. Вот это такая пропитка. То есть будет просматриваться полностью рисунок дерева. Да, капочка. Спасибо. Будет просматриваться рисунок дерева, плюс дерево будет уже покрыто, питаться, будет защищено. Особенно это хорошо, естественно, перед зимним периодом. Ну, желательно, чтобы дождь не падал. У нас передавали весь конец недели, сегодня пятница, весь конец недели передавали хорошую погоду, поэтому оно хорошо просохнет. Мы как раз этот балкон сможем закрыть, чтобы дети не лазили сюда. И, в общем, оно все здесь все просохнет, и мы уже здесь будем себе красиво сидеть, да, папа? Да, только надо лестница со стороны никак. Поставим все стульчики, тут столик, и будем пить кавуську по вечерам, проводить какие-нибудь философские беседы. Ну-ну-ну, габета кака большая. Пошли, габ. Вот, мы сейчас решили спуститься. Костя стоит на столе. И мы красим. Внизу вот видно, как оно становится там, где покрашено. Очень оно такое жидкое, очень удобно ложится, сразу впитывается в дерево. Вот. Так что потом покажем конечный результат.